Что такое космос? Космос – это такое большое пространство, где нет бесконечности. Это открытая вселенная. Это открытое небо с планетами. Космос – это безвоздушное пространство. Где звезды. Мир планет, комет, звезд. И звезд. Это вселенная. Можно встретить солнце. В космосе нет вообще воздуха. И еще там летают астероиды из другого пространства. Некоторые куски могут сгорать по пути. Некоторые просто летят на Землю. И происходит такой большой взрывок. Космос – это где летают планеты и космонавты. В космосе есть маленькие звезды. Это космический мусор. Черную дыру. Это такой большой шар, и в него все затягивает. Планеты. Солнце. Планеты. Солнце еще. Что такое планеты? Планеты – это небесное тело, которая вращается вокруг звезды. Это огромные шары. Это такие звезды летают вокруг Солнца. 9 их планет. Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Венера. Было 9, а стало 8, потому что одну планету назначили карликовую. Что такое спутник? Спутник – это вот, который все видит по антенне и посылает нам в телевизор. Ну, они такие круглые, у них еще есть кнопочки. Это такое устройство, которое запускают в космос. И они железные. Маленькая планета, которая притягивается к большой планете. Вращается вокруг планет, а планета вращается вокруг звезды. Маленькие тела космоса. Почему планеты не падают? Потому что там есть такое сильное притяжение, которое держит все до одной планеты. Там есть солнечное притяжение. У них есть притяжение к Солнцу и скорость. Нам кажется, что медленно, а на самом деле быстро. Потому что в космосе невесомость. Потому что там есть сила гравитации. Кто такие космонавты? Космонавты – это люди. Космонавты летают, чтобы записывать, какие бывают звезды. Они летают на планеты и делают эксперименты. На ракете. Долго. По-моему, 3 часа. В ракетах есть иллюминаторы. Специальное кресло, чтобы спать по очереди. Следить, чтобы ничего не поломалось. Вдруг какой-то двигатель может сломаться, а все космонавты будут спать.